Всем привет! Вы на канале на моем. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас с вами игрушка под названием «Ребенок в желтом». Знаете, что я понял? Я понял, что здесь нет кнопки паузы, и за мной находится «Feed the baby, get bottle from fridge». Возьми из холодильника, я так понимаю, бутылку и отдай это ребенку. Ребенок, слушай, написано было на заставке, когда я зашел в игру, типа, что это сцена вторая. Я так понимаю, что здесь что-то... Блять, это вообще-то хоррор. Короче, я не знаю, что здесь именно страшного и что именно здесь будет происходить, но выглядит все это очень так смешно. Больше на смешное что-то похоже. Но будем смотреть. Ох, кухонька классная, кстати. Pickup bottle. Так, холодост закрыть надо. Дружище, на тебе бутылку. И он сказал... Короче, было на заставке написано, что возьми этого и положи на пеленальный стол. Пеленальный стол где находится? Локет, open door. Open door, но здесь... А, здесь нет пеленального стола, слушай. Ребенок, было написано, пора в кровать, и все, короче. А он говорит, ты так думаешь или нет? И короче, на этом игра началась. И мне нужно пеленальный столик найти, я его не вижу, честно, не вижу. Может быть... Вот он, нет, трусы. А, вот. И чё? Get new nappy. Возьми новые трусы. Подгузники-то. Опа! Опа! А ты каким образом там оказался, мой хороший? Сраный ты, мой малышек. Take baby to bed. Положи дитё в кровать. Пойду положу дитё в кровать. Я так понимаю, что этот ребенок будет доставлять нам какие-то... Мудак, не ори. Кот. Какой кот, блин? Нет кота. Turn light out. Нормально? Watch TV on the sofa. Я не дойду. Он по-любому что-нибудь натворит. Блин, вот это вот диван, который стоит спиной ко всему. Он немножечко, знаешь, не располагает к себе и не дает какого-то спокойствия. Ребенок вот тут. Нихрена. Нет, он не тут, он там. За мной задание, если что, если не понял. Ты что здесь забыл-то? Эй! Take baby to bed. Брось ребенка в кровать. Откуда у тебя варежки? Или что это такое вообще? Или чтоб ты себя не царапал? Иди, лежи здесь. Turn light out. Подожди. Спи давай. Вот. Я человек простой. Мне сказали, надо смотреть телевизор. Я иду смотреть телевизор. Она типа страшная, она, знаешь, такая нагнетающая, ребенок, и от него ничего хорошего, ой, плохого ты не ожидаешь. Так, акт второй, сцена первая. Ребенок смеется, смотри, смотри, это смешно. Сиделец. Я told you not to the... Не знаю, что это значит. Ничего, ребенок, что? Нет, не ребенок, ни хрена. Слышь? Эй! Get bottle from fridge. Fridge у нас вон там. Я так понимаю, с каждым разом все сложнее и сложнее будет, что ли, или что? Опа! Эй! Не понял. Слышь ты, недовольная морда. Ешь давай, пей. Take baby in changing table. Changing. Выборочный стол. Тебя надо на выборочный стол бросить. Это дурачок, блин, а? И чё? Get new...
Как знал? Труселя, отдай трусы. А где трусы? Эй. Это что такое? Талисман. Талисман and there use child care. Слушай, а можно взять талисман? Потому что талисман, он явно поможет. А, дверь бесполезна, я понял. Чья это комната, непонятно. Где ребенок? Здесь его пока нет. Ладно, ладно, мы посмотрим сейчас. Мы тебя сейчас найдем и запеленаем такую собаку. Потому что нельзя так себя вести с сидельцем. Понял? На! Положи ребенка в кровать. Ни хрена себе, у тебя глаза светятся. Ты чё? Чё, болеешь чем-то, что ли? Молодой человек. Давайте вот так вот заскриню на эту... На эту самую, короче. Ну, вы поняли. Брось. Take baby, turn light out. Он мне не даст выключить сейчас свет. Дол. Я сижу, смотрю телевизор. Блин, вот сиделец этот вообще не этот, как сказать, настолько спокойный человек. У тебя ребенок перемещается по дому просто вот типа произвольно, вообще без разницы. Ночь третья. Сиделец, спокойной ночи, сладких снов. Ребенок, я покажу тебе мой сон. Мою мечту, что ли, может, мой сон. Акт третий, сцена третья. Почему-то не пропускаются акты и сцены, но, возможно, это так и должно быть. Ребенок, ты где? Эй. Press 1 to help. Control crouch, right mouse drop, interact, pick up, sat, escape, quit. Reset current chapter. Я понял, но на escape я больше не нажимаю, потому что это, по крайней мере, никакого эффекта мне хорошего положительного не дало в предыдущий раз. Я начал запись и нажал на escape, думал, там пауза какая-то есть, а там, блин, нет никакой паузы, там просто рабочий стол. Я так обрадовался, так обрадовался. Эй, ребенок. Привет. Ёб твою мать. Где ты есть? Вот так тебе и надо, понял? Я буду смотреть ТВ, он софа. Поднимись по ступенькам и settle, baby. Turn the light out. Perhaps a cheesy toasty. Find the... Что, найди что-нибудь пожрать. Feed me. Feed me. Feed это чё? Ливай меня или чё? Да мне пожрать надо. О, нихрена себе. Бутылочка. Feed you, baby. Что такое feed? Я не понимаю, что такое feed. Поэтому для меня это... Как бы ни о чем не говорит. Ничего. Пришеленец. На, попей. Положи, возьми своего ребенка, брось своего ребенка на выборочный стол. Бросил ребенка, get your nappy. Блять, какая. Во, вот такого заскриню. Ну, крутани еще разок. Во, вот так. Get parents talisman from upstairs. А, это... Родительский талисман наверху этих ступенек. И чё? Экзорциз бэби виз за талисман. Экзорцирую. Ну-ка. Отстрельнул-то как. Брось с ребенка в кровать. А ничего, что вокруг меня все там горит, типа тыры-пыры, восемь дыры. Да ну хватит, ну уже не страшно даже. Не смешно и не страшно. Ребенок, спать, иди в конце концов. Settle baby. У нас там многоэтажка. Good night, говорит. Надеюсь, на этом игра не закончится, потому что, блин. Блин, закончилось. Ну, спасибо, что не вылетело. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых хоррорах, новых видео, ребят. Всем пока.